Итак, продолжим. Часть вторая. Листик. Да, один нюанс остался у нас на цветке. Сделать серединку. Берем нашу коричневую глину. Совсем крохотный кусочек. Раскатываем. Немножко удлиняем. Вот так, наверное, здесь лучше будет видно. Загибаем немножко. Наклей. Ох, это много. И в серединочку. Слишком много клея взяла. Все, потом высохнет. И в таком положении высушиваем наш цветок. Теперь приступаем к листику. Лист довольно своеобразный у цикламена. Вот примерно вот так. Мы его будем делать самостоятельно. Для этого берем глину, замешиваем в нее краску. У меня травяная зеленая. Раскатываем на пастомашине. Также у меня самодельный катер. Нам нужна здесь неважно четкая форма. Мы ее будем потом дорабатывать самостоятельно. Все, убираем ненужную клинку и продолжаем работать с листочком. Для этого нам понадобится зубочистка. Пробовать снять, конечно, нужно его. Так. Теперь берем зубочистку. Начинаем вот так вот по краю как бы отрывать. Делая вот такие характерные зубчики. Живого цикламена, конечно, возможно, не такие мохнатые, но в цветочном видео есть и довольно такие остренькие зубчики на нем. Так, теперь у нас есть характерная серединка. Продолжаем. Все. У меня, конечно, есть вайнер листка цикламена. Это намного упрощает работу. Точно так и с коричневой глинки мы делаем стебель, только здесь уже петелька нам не нужна. Все. Фактурим наш листочек.
получается. В серединку клеиваем. Чтобы здесь у нас ничего не выходило. Здесь есть центральная прожилка, и поэтому удобно. Форму вы уже выбираете сами. Как высушите, так и будет. Это я сделала где-то часа три назад. Вот в такой вот форме высушила. Здесь можно и вот так оставить высыхать и перевернуть, дать лепестку высохнуть. Теперь самое интересное — это тонировка. Так, берем краску, вдавливаем немножко на палитру. И здесь нам понадобится разбавитель. Разбавитель у меня вот такой вот. Замечательный, уже не знаю, несколько лет. Он абсолютно не пахнет. Поэтому мне он очень нравится. Все. И наносим краску на внешнюю сторону нашего лепестка, листа. Теперь я взяла обычную губку для посуды. И вот такими вот движениями мы делаем покраску лепестка. Вот. А теперь самое основное. Берем обыкновенную ватную палочку и делаем вот эти вот характерные разводы. Так. Так. Как бы вытираем. Здесь именно важно, у меня немного мало разбавителя. И прорисовываем здесь, сюда, чтобы не было вот таких вот именно четких. Если больше разбавителя, нет таких четких линий, оно более плавные переходы, что более естественно смотрится. Можно здесь вот немножечко участки такие делать и чуть-чуть пройтись в дальнейшем. Можно эти участки выкрасить потом белым. Вот, собственно говоря, у нас вот так получилось. Вот такой цикламен. Все, спасибо за внимание. До свидания.